Фух, мы чуть не опоздали. Купим что-нибудь в буфете. Я так проголодалась. Там мои любимые жвачки. Давай купим? Нет. Но я очень хочу эти жвачки. Всего одну. Все билеты проданы, мест нет. Что? Ну, мы же стояли в очереди. Мои жвачечки. Я иду к вам. О, нет. А это что такое? Я вызываю полицию. Упс, я случайно. Я ей не завидую. Ты обвиняешься в нарушении общественного порядка и отправляешься за решетку. Кейси? Нет. О-о. Анфас, профиль. Молодец. Идем в камеру. Тут неуютно. Привыкнешь, сладкоежка. И больше никаких сладостей. Какое суровое наказание. Привет, жуткий сосед. Эй, Кейси, вот твой обед. Вкусная полезная овсянка. Нет, спасибо, я такое не ем. Уже ешь. Фу, не дождетесь. Эй, дай мне свою кашу. Окей, держи. Спасибо. Обожаю кашу. Я вспомнила. У меня же есть мой кулон. Моя сладкая заначка. Что? У нее жвачка. Офицер, она пронесла контрабанду. Ну давай, уклоняйся. Чтоб тебя. Эй, офицер, ау. Бом. Посмотри туда. Ага, нарушительница. Я ничего не делала. Никаких сладостей. Но сейчас мы это проверим. Ага, жвачка. Обманывать нехорошо, Кейси. Отдавай кулон сюда. Немедленно. Нарушительница. Ребята, а как офицер Эрика узнала про жвачку? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Хочешь жвачку? Держи, ты заслужил. О, вкусняшка. Я все равно голодная. Вот бы сейчас съесть хоть одну конфетку. Если у меня нет вкусняшки, то я хотя бы ее нарисую. Вот моя сладкая мечта. На вкус как бумага. Пожалуйста, Вселенная, исполни мое желание. Мне нужна помощь. Моя лучшая подруга в тюрьме. Это так несправедливо. Я ее больше никогда не увижу. Что за звук? Что это стучит? Послание в бутылке. От кого оно? Посмотрим. Это Кейси. И она просит о помощи. Я помогу тебе, Кейси. Это будет сладкая битва. И я выиграю ее ради Кейси. Я готов. Фух. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы у меня получилось пронести сладости для Кейси. А ты не хочешь пойти вместе со мной? Окей. Вот так чисто? Да, молодец. Заслужил M&M's. Лови. А теперь следующий ботинок. Грег, привет. Смотри, куда меня посадили. Я тебе кое-что принес. Будешь сникерс? Нет, я не могу. Здесь запрет на все сладости, видишь? Плевать на запреты, держи. О, спасибо. Мои любимые конфеты. Прячь скорее, она идет. А мне нужно спрятаться. Меня не видно. Сладости? Я чую их. Что? Где? Выпусти меня! Я их найду! Пахнет глюкозой. Что тут у вас? Я ничего не делала. Это точно сладости. Сдай сюда все сладости. Ладно. Еще. Я знаю, это не все. Ну уже, давай все конфеты. В мусор. Нет, только не M&M's. Ловлю. Ты
ты! Отдавай последний батончик, немедленно. Я кому сказала? Лови, если хочешь. Моя добыча! О, нет! Да, беги, Боб, беги! Что? Моя прелесть. Да уж, давай я тебя вытащу. Пузико застряло. Оставь, мне и так удобно. Твой цепной пес переел сладкого. Ты! Чтобы больше никаких шуток. Эй, Кейси, у тебя осталась хоть одна конфета? Нет. Жди. Я скоро вернусь. Давай, Грег, я в тебя верю. Как же мне пройти мимо охранницы? Ага, полицейская форма. Отлично. Ты справишься, Грег. Сыграй свою роль. Оу, прошу прощения. Ты кто такой? Я... Упс. Прибыл на службу. Подозрительно. А, ты стажер. Отлично. Молодец, что пришел. Вот тебе дубинка и ключи. И наручники. Отправляйся на дежурство. А я пока займусь важным делом. А ну, тише там. Теперь я здесь главный. Что? Молчать. Окей, босс. Эй, Кейси, вот я тебе кое-что принес. Вау, спасибо, Грег. Что? Эй, слышишь, босс? Я сейчас разбужу офицера Эрику, если ты не дашь мне вкусняшку. Тюремный вымогатель, держи. Мое любимое. Упс, все закончилось. Еще. Нет. Нет. Тогда я буду очень громко стучать. Она сейчас проснется. Нет, стой! Гоните сюда сладости. Дай ему все, что он просит, Грег. Все, сладости закончились. Врешь? Не вру, честное слово. Эри! Ладно, вот, только замолчи. Спасибо. Отличная сделка, босс. А там еще что-то осталось? О, Пепси, спасибо. Да уж, мой живот сейчас точно пиньята с конфетами внутри. Ну, может, у тебя осталась хоть одна сладость? Только одна маленькая конфетка. О, нет, слишком громко. А? Кто здесь? Что случилось? Стажер! Запрещено кормить сладостями заключенную. Ты уволен! Пошел вон отсюда! Вот тебе конфетка, мой хороший. Еще чуть-чуть. Что это? Физкультура – залог здоровья. Живей, Кейси. Молодцы. А вот и новый преступник. Эй, я здесь. Ты, Кэнди Фейс. А ну стоять. Не с места. Ты имеешь право хранить молчание. О, мои любимые конфетки. Ты гений, Грег. Я знаю. А есть еще? Возьми в кармане. Туалетная буржвачка. Отлично. Никто не заметит подмену. Все, идем на фотосессию, красавчик. Как вкусно. Развернись, не двигайся. Минуточку. Это же не Кэнди Фейс. Сплошной обман. Проваливай с глаз долой. Спасибо, Грег. О, какая любовь. Целуй ее. О, да, я тоже мечтаю о большой любви. Где мой рыцарь? Я тут, моя принцесса. Жду тебя. Нет. Где же мне найти любовь? Нужно действовать. Ты, сфотографируй меня вот здесь. Только красиво. Есть? О, прекрасно. Опубликую фото на сайте знакомств. Уже кто-то ответил? Приглашает меня на свидание? И что ему ответить? Отвечай да. Окей, да. О, мамочки, я так нервничаю. Надо подготовиться. Здравствуйте. Грег, это ты? Я проведу вас к столику. О, какая красота! Я знаю.
Это вам. О, спасибо. Боб, музыку. Играй лучше, кому сказала. Моя любимая песня. Для начала я налью вам воды освежиться. О, какая девушка. О, какой мужчина. Я готова целоваться. Не надо спешить. Тогда танец. О, какое счастье. Ты и моя любовь. Мы будем вместе навсегда. Иу, мои глаза. Не могу на это смотреть. Усы, они накладные. Ты меня обманул. Да как ты смел? О, мне тоже идут усы. Поцелуемся, Эрика. Что? Нет, немедленно возвращайся в камеру. Я молодец. Горячо. О нет, только не печать. Пожалуйста, не надо. Овцы, остановитесь. 33 овечка, 34 овечка. О, и тортик бы съела, и конфетку тоже. И шоколадку. Кейси, я уже иду к тебе. Держись. Вот только найду выход в твою камеру. А? Ненавижу паутины. Кейси? Это ты? Грег, привет! Ты принес что-нибудь вкусненькое? Сейчас, лови. Гигантский паук, забирай все. Надо вернуться к Кейси. О-оу, а в какую сторону мне ползти? Надеюсь, в эту. И где же он? Вот, это точно окошко Кейси. Лови. И Сникерс на закуску. Боб, я уже бегу. Держись, Боб. Не вздумай умереть на моей смене. Я уже в раю? Что? Ты! Упс! Приветик! Я тебя оттуда быстро достану! О-оу! Посланник небес! Упс! Этот подарочек для офицера Эрики. Много конфет! Маршмеллоу! И главный ингредиент – динамит. Готово. Оу, кто-то идет. Привет всем. О, что это за подарочек? Для меня? Обожаю сюрпризы. О-оу. Вау, конфетный дождь. Моя мечта сбылась. Как вкусно. Что? Нет, так нечестно. С меня хватит. Я закрываю эту тюрьму навсегда. Все свободны. Ура! Спасибо, офицер. Выходите. С полицией покончено. Теперь я хочу быть поближе к природе. Отпуск. Я иду. Его урожай уже созрел. А мой хуже с каждым днем. Этот качан выглядит получше остальных. Его и заберу. Фу. Эх, вот моим предкам всегда удавались урожай. Ха, я всегда занимал первое место. А ты?
Неудачница. Я опозорила семью. Подвела их всех. Конкурс на лучший урожай вампиров уже сегодня. И я обязана принять участие. Придется пойти на хитрость. Замаскирую фото в листьях, и никто не заметит подвоха. Должно сработать. Ай! Упс! Спокойно, малыш. Привет, соседка. Привет! А это кто? Ого! Впечатляет. Ну, мне пора. Все хорошо, малыш. Только бы сработало. Начинаем конкурс. Ура! Участник номер один. О, какая славная малышка. А, хватит. 8 баллов, не больше. Целых 8, отлично. Участник номер два, посмотрим. Вау, привет, красавчик. Это твердая десятка. О, да. Поздравляю. Еще увидимся. И последний конкурсант. Ну и вид у этой капусты. Только бы получилось. А здесь что? Да ладно, серьезно. Вот насмешила. Молодец. Хорошая шутка. Поздравляю победителей. Это несправедливо. Что он там делает? Мы выиграли, малыш. Ты победил. Я и не сомневался. Ты, должно быть, проголодался. Вот, поешь. Отличный аппетит. А я займусь остальным урожаем. Хватит, надоело. Дурацкая капуста. Все мои беды из-за тебя. Получай. Что происходит? Фу, гадость. Ненавижу. Ого, ну дела. Лучше зайдем в дом. Совет. Ну, конечно. Я знаю, что делать. Для начала набросаю план действий. Вот так, а потом вот так. И победа моя. Ха! Ребята, вы разгадали мой план? Напишите в комментариях. Вот они, капусточки. Возьму самую красивую. Теперь ты моя. На помощь! Выпустите меня! Привет, соседка! Привет! Ловись, рыбка! Нет! Шучу! Ты свободна! Пока! Не так быстро! Ничего не забыла? Что? Верни капусту. Ладно, забирай. Спасибо, пока. Это что за баловство? Кто кинул мяч? Эрика, можно мне забрать мяч? Грег, так ты вырос? Вау! Забирай свой мяч. И больше, чтоб я его здесь не видела. Освежись, сынок. Посмотри, какой урожайный выдался сезон. Ненавижу игры в мяч. А когда-то папа учил нас с Кэнди правильному броску. Мы были лучшими друзьями. Но это все в прошлом.
Последний котян, я готова. Посмотрим, где Боб установил ловушки. Вау, как горит! Попробую еще раз. Теперь атака стрелами. Третья попытка. Хорошо, что это была не я. Последняя. Ух, ловушки закончились. Теперь можно унести капусту. Ничего не опасаясь. Ха, какая наивность. Заберу все, что смогу унести. Сэндвич придется нам немного подождать. А соль мне пригодится для более важного дела. И никаких свидетелей. Целься! Пли! Ауч! И фотография испорчена. Теперь можно и поесть. А это что? Старая фотография на память. Воровать нехорошо. Возвращай капусту. Окей. Держи. Пока. Это была плохая идея. Посмотрим, как поживает мой урожай сегодня. Может, его нужно больше поливать? Нет, это не поможет. Я уже все перепробовала. Бесполезно. Эрика, что случилось? Почему слезы? Моя капуста просто ужасна. И правда. Но я попробую помочь. Вот, сработало. Ты мой герой. Спасибо. Какая она красивая. Вау. О нет, что случилось? Только не это. Я правда хотел помочь. Нет. С днем рождения, сынок. Привет, я пришла с подарком, угощайся. Вау. А что с ним делать? Пить, глупенький. Вкусно, правда? Очень. Привет. Она тебе нравится? А я так долго выбирала подарок. Все было зря. Эрика, постой! Простите моего сына. Какая наглость. Я ухожу. Ну вот. Все так хорошо начиналось. Я готова на любые эксперименты. Подключаю. О, да. Электрический импульс может стать катализатором. Что-то происходит. Спасите! Привет! Привет! Ты очень милый, но лучше тебе идти дальше. Фух! Эксперимент номер два. Донорская кровь. Вау! Как быстро полетело! Опс! Эксперимент не удался. Что бы еще придумать? Мне нужно вдохновение. Как вырастить вампира? Вампирское зелье, вот то, что мне нужно. Бабушка, ты будешь мной гордиться. Ням-ням. Я подожду. Не буду отвлекать. Спасибо, верховный вампир. Кэнди, привет. Кто посмел? И снова ты? У меня есть просьба. Мне очень нужно это зелье. Пожалуйста. Не смеши меня. Нет. Прошу тебя. Ради нашей дружбы. Помоги. Ладно, уговорила. Держи. Спасибо, Кэнди. Ты чудо. Да-да, иди уже. Наконец-то. Сверись с инструкцией. Две капли. Ясно. Раз, два. Давай! Ничего не происходит. Нужно больше зелья. Переворачиваем, чтобы не подгорело.
Да, пап. О, да, получается. Что там происходит? Неважно. У меня вырос свой собственный вампир. Еда! О, нет! Нет! А! На помощь! Эрика в беде! Я сейчас! Не смей ее трогать! Сынок, я помогу! Осиновый кол! Получай! Спасибо, Грег. И тебе, Боб. Перемирие? Само собой. Давай к нам, ужин уже готов. Ну, как ты его лопатой? Впечатляюще. Привет, почта. Спасибо. Конкурс на звание лучшего вампира. Я должна выиграть? Стоп! Порядок, проходите! Ура! Стоп! Проходи! Неужели наша мечта осуществится? Верховная вампиресса Кэнди укусит нас? Укусите меня! Кто пустил сюда эту мелочь? Она не проходит фейс-контроль! Ростомир истинного вампира! Извини, ты не дотягиваешь! Какое оскорбление! Вон! Но почему? Нет, подождите! Эрика? Это несправедливо. Я тоже хочу клыки и бессмертие. Эрика, успокойся. Ну чего ты плачешь? Посмотри на себя. Даже ты стал настоящим вампиром. Что? О, святые упыри. Я не отражаюсь в зеркале. Ничего. Грег, умоляю, укуси меня. Это мой шанс. О да, моя первая жертва. Поужинаем. Мамочки, нет! Что не так? Эрика? Моя вампирская голова. Эрика, открой. Я не причиню тебе вреда. Окей. Мы придумаем другой план. Стильная вампирская комната. А это что? Вампирский журнал. Вот то, что тебе нужно, Эрика. Чек-лист, как стать вампиром. Глаза, макияж, клыки, прическа, наряд, ногти. О, Грег, спасибо. Пожалуйста. Эрика. Полегче, приятель. Ну что, начнем перевоплощение? Ты выглядишь как полный ботаник, Эрика. Вампиры никогда не носят очки. Но так я ничего не вижу. Алло, я хочу заказать капли для глаз, но необычные. Сейчас вернусь. Эй, Грег, ты где? Ауч! О, вот ты где. Серьезно? Все нормально. Со мной было и похуже. Эрика! Кто здесь? Уходи! Ну, ты чего? Тебя нельзя оставлять одну. Идем, доверься мне. Все будет хорошо. Вот твои капли для глаз. Это капли для вампиров? О, здорово! Взгляни на мир вампирскими глазами. Вау, я все вижу. Спасибо. Ура! Вампирские глаза есть. Я принесу тебе кофе. Как мило. Лучший кофе с молоком. Я спрячу тут послание для Эрики. Она увидит и поймет, что я люблю ее. Вот твой напиток, Эрика. Спасибо, Грег. Очень вкусно. Эй, а где это я запачкала руку? Странно. Пожалуйста. Время макияжа. Сделаю Грегу сюрприз. Грег, что скажешь? Нет, так не пойдет. Здесь нужен профессиональный визажист. Григорио в деле. За работу, душечка. Сначала смоем все лишнее. А теперь нарисуем все нужное.
Как красиво! Грег, я не знала, что ты так умеешь. Всегда пожалуйста. Ну вот, вампирский макияж можешь вычеркивать. Есть! Что за рык хомячка? Все дело в клыках, а у тебя их нет. Вот как надо. Ну и где мне достать клыки? Эй, не грусти, мы что-нибудь придумаем. Вот, мы одолжим клыки у Кэнди. Хочешь вырвать ей зубы? Да нет же, подожди. Вот, приклей. Отличный прикус. Супер, спасибо. Нет, это плохая идея. Да, вижу. Ладно, второй способ. Вампирский дантист. Идем? Вот это неплохие зубы. Мне нравится эта модель. Не слишком эпатажно. Мне страшно, Грег. Пойдем со мной, пожалуйста. Нет, лучше ты сама. Я тебя тут подожду. Ну что, покажи. Как красиво. А это мой подарок тебе. Золотая зубная паста. Как круто. Скорее идем. Давай, чисти зубы быстрее. Они так сияют? Ты будешь самым красивым вампиром. Ребята, а какие клыки больше нравятся вам? Золотые или обычные? Напишите в комментариях. Клыки есть. Смотри, какие красивые вампирские платья. Тебе нужно купить такое. Да, точно. Но у меня совсем нет денег. Заглянем в мой кошелек. Упс, здесь ничего. Ладно, отвернись и не подглядывай. Моя тайная копилка. Что? У тебя тоже пусто, подружка. Что случилось? Денег нет, но мы можем их заработать. Я вампир, я талантлив, как Шекспир. Нет, мои уши. Так мы тут долго простоим. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Тогда мы быстрее соберем деньги. Надеюсь, это сработает, Грег. О, спасибо! Лимонад? Кому холодный лимонад в этот жаркий день? С погодой не повезло. Возьмите флаер. О, кошелек. Вы уронили. Это ваш? О, спасибо. Вот, возьмите. За вашу честность. Это же целое состояние. Теперь я могу купить себе новый наряд. Я хочу вот это. Вау, восхитительно. Тебе очень идет, Эрика. Ты самый стильный вампир. Есть еще кое-что. Что там? Коробка летучих мышей? Вау, сундучок в сундучке. Это что-то ценное. Мои фамильные украшения. Как раз подойдут к такому случаю. А этот перстень тебе. Мне? Вау, спасибо. У меня нет слов. Мне идет, правда? Вампирский наряд есть. Эрика, я так тебя люблю. Что там у тебя, Грег? Ну, покажи. Ну, Грег, дай посмотреть. Что ты там прячешь? О, как мило. Какая прелесть. Песик-вампиресик. Я возьму его себе на память. Лапочка. Что? Эрика. Какой интересный фильм. Ау! Просто телефон. Надо срочно ответить на сообщение. Смотри. А теперь что? О, хлопья. Я что-то проголодался. Фу, ненавижу хлопья. Соберись, Грег. Да что с тобой сегодня? Мне пора. Что это с ним? Так, и что делать с этой прической? Ладно, приступим. Расческа? Бургер? О, спасибо, я проголодалась. Ладно, а это еще кто? Как ты здесь оказался? Привет, мне пора. Ладно. Расчешем все. Нет, эта расческа обречена. Вот, что мне нужно. Упс, даже садовые ножницы не выдержали. Что это?
Эти волосы мне могут пригодиться. Вау! А где ты взял этот парик? Мне нравится. Прическа? Есть. Мне нужны длинные вампирские ногти. Итак, посмотрим, что я смогу слепить. Это совсем не трудно. Вот мои длинные ногти готовы. О, нет. Эти ногти оказались слабаками. Грег? Что? Помоги мне с ногтями, пожалуйста. Видишь, и мне не выходит. Ладно, сейчас сделаю. Мой маникюрный набор всегда со мной. Фух, готово. Это шикарные ногти. И такие острые. Ой, нос чешется. Что с моим лицом? Это ногти убийцы. Знаешь, я подумала, натуральный маникюр тоже подойдет. Зря старался. Ногти есть. Это тебе, Эрика. Спасибо, Грег. И еще кое-что. Это серебряный кулон, спасибо. Ты превратил меня в настоящего вампира. Мы закончили. Моя вампирская леди, прошу. Вау, это новая вампиресса. Кэнди уже не в тренде. Да, они правы. Пока. Что? Вы куда? Эрика, можешь нас укусить? Пожалуйста, мы твои фанаты. Разойдитесь, это очень важная вам персона. Да, ребята, так и есть. А ты кто? Пошел прочь. Эй, а как же я? Ваша звезда тут. О, старая кукла Венсдей. Покойся с миром. И я в мусорном баке. Прелестно. Привет, пап. Эрика, детка, как вовремя ты пришла. Вынеси, пожалуйста, мусор. Вау, какая красивая куколка. И кто тебя выбросил? Не волнуйся, я о тебе позабочусь. Вот мы и дома. С чего начать? Первым делом зашью дырку на коленке. Раз, два и готово. И про пластырь не забуду. Теперь избавимся от всех этих занос. А их тут немало. Следующий пункт – аккуратные ногти. Твои давно нужно подстричь. И полируем. Ты даже не представляешь, я сама не поверила. Можно приступить к покраске. Слишком яркая палитра? Согласна. Пусть будет стильный черный. Маникюр мы сделали. Теперь самое сложное – избавиться от этих ужасных прыщей. Аккуратно их выдавлю, ни одного не оставлю. Фу, гадость. Это было ужасно. Зато ты выглядишь намного лучше. Займемся прической. Да у тебя роскошные волосы. Давай заплетем их в косички. Так намного лучше. А теперь моя любимая часть – макияж. Уберем лишнюю растительность и начнем с глаз. Теперь подкрасим губы. Ты выглядишь замечательно. И капелька духов, моих любимых. А теперь сменим этот удручающий наряд на что-нибудь покрасивее. Это? Нет. Может, это? Тоже нет. А если вот это? Да, идеально. Ты неотразима. После такой тяжелой работы мне не помешает ванна. А ты посиди здесь. Ароматная пенная ванна. Что может быть лучше? Я тоже люблю ванну с пеной. Зачем так кричать? Невероятно! Ты совсем как настоящий Венсдей. Я так счастлива. Счастлива? Я тоже. Спасибо, что спасла меня. Давай станцуем танец дружбы. Повторяй за мной. Я стараюсь. Получается? Боюсь, что не очень. И что делать?
как стать такой же классной, как ты. Решено. Я сделаю из тебя Венсдей. Ура! Вещь! Я уже здесь, кому помочь? Без паники. Вещь тебе поможет. Жутковато. Не волнуйся, вещь знает свое дело. Я доверяю свой макияж только вещи. Как и моя мама, и ее мама тоже. Ну вот, другое дело. А теперь припудрим носик. Вещь, неси кисточку. К такому я никогда не привыкну.